Да, хотел бы сразу сказать о том, что нам удалось убедить Ильсура Раисовича все двухуровневые развязки и переходы не разбирать, оставить все в Казани. И поэтому все наследие универсиады остается в полном объеме здесь. Да. Поэтому это важный момент. А именно, построено, реконструировано и отремонтировано 530 объектов, из них 152 объекта нового строительства. В том числе 31 спортивный объект, 37 зданий и сооружений комплекса деревни универсиады, 18 многоуровневых парковок, 8 зданий и сооружений медицинского направления, здание вокзала «Казань-2», пути интермодального сообщения, 3 сооружения и здания международного аэропорта «Казань», 11 транспортных развязок, 39 пешеходных переходов, 3 станции метро. Подчеркну еще раз, там в самом начале у меня была фраза: построено, реконструировано и отремонтировано. Поэтому это не только новое строительство, это то, что есть, а потом я уже называл именно то, что относится к совершенно новому строительству. И опять-таки вот в этом вот большом перечне это, конечно же, и 29 спортивных комплексов, 9 крытых плавательных бассейнов, 3 специальные арены, 13 стадионов. И кроме этого, деревня Универсиады и многое-многое-многое другое.